солнце светило над снастями. За моей спиной Черное море. Своеобразный морской бассейн, равных которому в мире просто больше нет. Давным-давно, 36 миллионов лет назад, когда южные континенты навалились на северные и закрылся палеоокеан Тетис, остались фрагменты этого океана. Потому что под нами еще есть океаническая кора. Это Средиземное море и Черное море. И вот это определило то, что Босфорский порог, подводная плотина, отделил Черное море от Мирового океана, и возник такой бассейн полуизолированный. И поэтому все животные, которые здесь жили с 5000 лет тому назад до сих пор, примерно жили в одном соотношении. А это что такое? Фитопланктон, мелкие водоросли, зоопланктон, мелкие зверюшки, которые их едят, и рыбы, которые ест зоопланктон. И все жили в мире и согласии, и вдруг произошла катастрофа. Появились так называемые вселенцы. Но представьте себе, что на Землю полетели марсиане и стали уничтожать все, что есть на Земле, начиная с людей. Или что там гунны, атилы вторглись в Европу. Вот что-то подобное произошло сейчас в Черном море. Вдоль побережья Черного моря живет около 40 миллионов человек. Когда вдруг исчезла рыба, население черноморских стран потеряло один из главных источников дохода и, конечно, питания. Это была настоящая катастрофа. Она усугубилась тем, что ее виновник поначалу оставался неизвестен. Черное море населено довольно бедным сообществом мелких организмов, к тому же экологически ослабленным. И тем не менее, это был прекрасный корм для черноморских рыб. Для ставриды, кефали, дельфинов. И вот в это спокойное царство, раскачанное, правда, сливом с полей разного рода гербицидов, перед промыслом, ведь ловили рыбу больше, чем могла вынести биосистема. И все-таки, когда жизнь в Черном море была уже без того напряжена, тут-то и появился мнемиопсис. В самом начале сентября мы приехали в Геленджик, в Южное отделение Института океанологии. Здесь полным ходом шла работа наших ученых под руководством академика Виноградова, начавшего исследование по этой проблеме еще в середине 90-х годов. В 90-м году мы проводили съемки, исследования по всему морю, и оказалось, что количество этих животных, их масса сырая, составляет 800 миллионов тонн в одном Черном море. Если представить себе, что весь мировой промысел берет рыбы во всем океане мировом около 100 миллионов тонн, то вот здесь 800 миллионов тонн навалилось на ту же пищу, на которой сидела рыба. Рыбе есть стало нечего. Каждый день маленькое судно «Ашамба» уходит в море, отправились с учеными и мы. Итак, новый для Черного моря организм-вселенец – гребневик мнемиопсис. Его родина – распресненные лагуны и эстуарии Атлантического побережья Америки. Ему пришлось переплыть Атлантический океан, Средиземное море, прежде чем он появился в Черном море. Для того, чтобы правильно представить себе развитие популяции всей массы гребневика, берутся пробы на разных глубинах. На этом судне ведется работа до 1000 метров. Главная задача – посмотреть общее количество на разном расстоянии от берега, интенсивность размножения и установить, есть ли угроза для планктона и для рыбы. А вот и сам этот грозный вселенец. Безобидный с виду, совершенно не похожий ни на марсианина, ни на гунна, буквально разваливается в руках. Вот он, да? Вот. Причем интересно, что он гермафродит, он сам себя оплодотворяет, достаточно попасть в небольшую частицу этого студенистого вещества из трюма судна в воду, и он начинает быстро размножаться, да, за короткое время 3000 яиц, и жрет, что попало, вот, и заполняет собой любой объем воды,
И поэтому действительно колоссальная угроза для зоопланктона. Внешне мнемиопсис, как вы видите, похож на медузу. Однако это совсем другая группа животных. Медуза плавает реактивно, сдвигая колокол, в то время как мнемиопсис оснащен грибными пластинками, с помощью которых он и передвигается в воде. Эти пластинки расположены рядами, и когда на них попадает свет, то мнемиопсис начинает переливаться всеми цветами радуги. По всем 8 полоскам грибных пластинок будто пробегают электрические огоньки. Зрелище это настолько красивое, что возникает ощущение, перед вами действительно некое фантастическое существо, пришелец из другой галактики. Формы тела и устройства мнемиопсиса таковы, что у него есть две лопасти, которые тоже активно могут принимать участие в движении. Лопасти эти используются чаще в таких в аварийных, в критических ситуациях. Самые крупные особи гребневика, мнемиопсиса, достигают 12-14 сантиметров. Средний же мнемиопсис не превышает 8 сантиметров. Если мнемиопсиса разорвать на части, то каждый кусок начинает регенерировать целую особь. Растут они необычайно быстро и также интенсивно размножаются. У них имеется, наряду с обычным размножением, такое экзотическое. Значит, младенец, который только родится, он уже выметывает яйца. Небольшое количество. Потом перестает это дело и начинает расти. Это как все равно бы новорожденный у вас нарожал еще маленьких. Начинает расти, а потом занимается икрометанием. Крупный грибневик в течение жизни... Тут 30 тысяч яиц выбрасывает. Это маленькое прозрачное существо, совершенно безобидное на вид, страшный хищник. Мнемиопсис питается фитопланктоном и зоопланктоном, а также мелкими рачками. Таким образом, он съедает все то, чем питается рыба. Кроме того, мнемиопсис уничтожает икру и личинок рыб. У них имеется рот, по-разному устроены у разных видов. Например, у гребневика мнемиопсис это две такие лопасти, которыми покрыты клейким веществом, они захватывают рачков, и потом движением ресничек на клетках загоняются в желудок. Там переваривается и через рот выбрасывается обратно. У него нет отдельно рот, отдельно попка. Это слишком большая роскошь. Это все, так сказать, делается одновременно. Рачки зоопланктона выполняют в море роль фильтров. Они пропускают через себя и переваривают фитопланктон, а также взвесь, который висит в толще воды. Этот морской мусор, пройдя обработку рачками, превращается в комочки, которые опускаются на дно. Как только мнемиопсис съел в Черном море зоопланктон, очистка воды прекратилась. Ее мутность повысилась в 3 раза. В результате, если бурые водоросли в Черном море жили от 0 до 25-30 метров, сейчас бурые водоросли мы находим на глубине 10 метров максимум. Соответственно, это все, что было ниже, от отсутствия света сдохло, растворилось, добавив еще органических и минеральных веществ в воду, от чего фитопланктон начал развиваться еще активнее. В северо-западной части Черного моря на мелководье существовало уникальное природное образование, сопоставимое только с Саргассовым морем. Как известно, Саргассово море – это неприкрепленное ко дну водоросли, плавающие по поверхности. В Черном море на глубинах от 30 до 70 метров лежал 40-метровый слой неприкрепленных красных водорослей филофора. С
Совершенно своеобразный биоциноз с приспособившимися с жизнью в красной водоросли животными, которые все имели соответствующий цвет, чтобы маскироваться. Аквиды были не специфические, те же самые, что и в поясе бурых водорослей, но только красной окраски. И биомасса, ну, это поле, считалось порядка 10 миллионов тонн. Упала прозрачность воды. В настоящее время филофорного поля Зернова больше не существует вообще. То есть оно исчезло полностью. И это тоже одно следствие воздействия грибневика. Каким же образом мнемиопсис сумел попасть в Черное море? Почему это произошло только в конце 20 века? Ученые предположили, что он был привезен в балластных водах нефтяных танкеров. Суда, перевозящие нефть, имеют двойное днище и двойные борта. Для того, чтобы танкер после того, как сливается нефть, не потерял устойчивость, в донное и межбортовое пространство заливается вода. И сотни тысяч тонн этой воды доставляются с одного места, ну, скажем, с побережья Чезапикского залива к нам, к Новороссийску или к Одессе. И там, по мере заполнения танкера нефтью, эта вода выливается прямо в наше море. Черное море оказалось благоприятной средой для мнемиопсиса. Еды оказалось более чем достаточно, а естественные враги отсутствовали. Кроме того, грибневик оказался необычайно плодовит. Все это вместе взято и позволило мнемиопсису добиться беспредельного господства на новом месте. Но такая удача ждет не всех пришельцев. Большинство из них погибает, попадая в чужую для себя среду. Однако только в Черном море сегодня живет несколько организмов, вселение которых прошло весьма успешно. В 1947 году, значит, после Второй мировой войны, сюда перевезли по железной дороге торпедные катера аж из Порт-Артура, с дальневосточных морей. И вместе с этими катерами сюда приехал другой вселенец, брюхоногий моллюск, который носит название рапана. Вот ее можно легко увидеть, потому что раковины эти, сейчас он размножился, продают по побережью, по всему, как поделочный такой, вот, так сказать, декоративный предмет. Но этот самый красивый с виду рапана, он уничтожил здесь буквально, так сказать, с 1947 до 1952 года, уничтожил все устричные банки. И деликатесные черноморские устрицы, пользующиеся большим спросом из-за низкой солености воды, просто перестали существовать. Рапана питается взрослыми двустворчатыми моллюсками. Пока не появился мнемиопсис, у моллюсков, как вида, была еще возможность балансировать на грани выживания. Но с середины 80-х годов уничтожение моллюсков стало тотальным. Значит, рапана подъедала взрослых, а мнемиопсис уничтожал молодь. В результате вот к 2000 году некоторые, это моллюски, обычные, тоже исчезли. Например, это черноморский гребешок, ну, небольшой, но очень красивый. Вот за три последних года мы не нашли, мы отобрали несколько сот станций и не нашли ни одного живого экземпляра. У себя на родине, в Южно-Китайском море, рапана не производила столь сокрушительного воздействия. Там у нее был естественный враг – морская звезда, которая в Черном море не живет. Она достаточно соленая для морской звезды. В мнемиопсисе тоже есть враг, другой грибневик – Бероя авата. И, между прочим, во всем мире, и у нас на севере, и в Америке, и у Японии всегда существует вот эта пара таких грибневиков. И они не дают один размножиться другому. Не обязательно те же виды, но вот такая пара жертва-потребитель, два грибневика, и в Баренцевом море, и в Штатах, и в Мексиканском заливе, везде. Прошло около 10 лет, прежде чем в Черном море появился естественный враг мнемиопсиса – грибневик Бероя авата. Никто специально его не привозил. Он попал в Черное море только благодаря счастливому случаю, так же, как и мнемиопсис с балластными водами.
99-й год был очень теплым, и, вероятно, это обусловило то, что гребневик Бероя, оказавшийся в Черном море, почувствовал себя в новой среде как дома и размножился в огромном количестве. Тем более, что в еде недостатка не было, хотя мнемиопсис и не является для Бероя совсем уж легкой добычей. Если к гребневику Бероя поднести на несколько десятков сантиметров мнемиопсиса, то начинается охота. Гребневик начинает активно плавать. Обычно он движется кругами. Причем круги вокруг жертвы становятся все меньше и меньше со временем. И в конечном счете он выходит на жертву и ее поглощает. Причем финал этой охоты можно сравнить с натягиванием наволочки на подушку. Потому что гребневик Бероя полый внутри. Когда он плавает и у него не содержится внутри пищи, он практически плоский. Но поглотив мнемиопсиса, он раздувается как шар. Вот он становится гораздо менее подвижным, начинается ее переваривание. Гребневик Бероя сразу же улучшил экологическую обстановку в Черном море. Количество мнемиопсиса резко сократилось, увеличилось количество планктона и, соответственно, рыбы. Однако совсем мнемиопсис не пропал, поэтому ученые продолжают вести тщательное наблюдение за гребневиками. Как вы уже знаете, постоянные исследования буквально от пирса до глубины сотни метров ведутся на Ашамбе. Другое научно-исследовательское судно «Акванавт» работает в открытом море. И мне приятно отметить, что возглавляет научную работу здесь сын академика Виноградова, кандидат биологических наук Егор Виноградов. Ну вот из рейса возвращается из Черноморского замечательное океанографическое судно «Акванавт». Дело в том, что он проводил сейчас геофизический и физический гидробиологический разрез. Причем, если Ашамба делала отбор гребневика и других биологических проб на малых глубинах, от линии берега до глубин там порядка 80 метров, то это на глубину до 1000 и более метров и на расстоянии от берега порядка 100 или 200 миль. Таким образом, оба разреза сшиваются в один, и получается единая картина распределения гребневика и его флуктуаций вдоль всего разреза гидробиологического Черного моря. Привет, Егор, с приходом. Если у берега сидят мелкие и молодые, то там сидят крупные, взрослые, старые особи. И там вот их становится больше, чем молодых. Хотя общее количество гребневиков в открытом море падает. У берега их больше. Проводимые исследования позволили выяснить, что два вида гребневика уже давно научились сосуществовать вместе. Они поделили между собой время массового размножения. Сначала пик дает мнемиопсис, он выедает планктон, но не успевает сильно размножиться, как появляется Бероя и съедает мнемиопсис. Бывали случаи, когда несколько маленьких гребневиков Бероя набрасывались на большого мнемиопсиса. То есть даже вот на таком примитивном уровне развития присутствуют элементы какой-то стайной охоты. Несколько мелких гребневиков могут разрывать крупного мнемиопсиса на части. Один мелкий гребневик может просто откусывать соответствующий аппетиту кусок. А мнемиопсис вот с отгрызанным боком может продолжать плавать, питаться и регенерировать потом, превращаясь в нормальную, полноценную особь. Удивительно, с какой легкостью гребневику Бероя удается отсекать часть тела мнемиопсиса. Такое впечатление, что у него ряды острых зубов, которые позволяют ему моментально расправляться со своей жертвой. На самом деле роль этих острых зубов выполняют мельчайшие, но жесткие выросты – микроцилии, расположенные вокруг рта Бероя. Они синхронно двигаются и помогают Берое продвигать жертву внутрь своего тела. Буквально за 2-3 недели Берое выедает мнемиопсиса в верхнем теплом слое воды, то есть до глубины 30 метров. Хитрый мнемиопсис сейчас такую стратегию выработал, что мнемиопсисы в море опускаются под слой термоклина.
в эту холодную воду. Они, может быть, там даже не едят, но зато они делаются недоступны для бероя. И бероя сверху вылом мнемиопсиса, а туда пролезть не может, и его уносят, и мнемиопсис тем самым сохраняется. И потом они поднимаются, размножаются, и всю зиму у мнемиопсиса идет слабенькое размножение. А вот бероя куда-то девается. Ну, мы думаем, что вот в южные районы моря. Но в этом году бероя задерживается. Обычно он подходит к нашим берегам в начале августа, в первых числах сентября. Но сейчас вот 4 сентября уже, а его все еще нету. Может быть, бероя просто задержался и вот-вот опять появится. А возможно, естественно, враг мнемиопсиса в Черном море вообще больше не вернется. И никто не сможет воспрепятствовать безраздельному господству прозрачного хищника, который тем временем продолжает захватывать все новые и новые территории. Через Волго-Донской канал этот самый шустрый мнемиопсис попал уже в Каспийское море, где стал уничтожать там уже, значит, весь корм для рыбы, и наступила катастрофа на Каспии, особенно для кильки, которая является одним из главных предметов вылова, особенно в южной части, где тепло Каспийского моря, и для, допустим, Ирана это национальное бедствие. Сейчас задача стоит в том, как бы извести мнемиопсиса на Каспии. Каспий – это осетровое и киличное море. Кильку вылавливают в промышленных масштабах. Она идет на консервы и на рыбную муку, которую используют для подкорма и выращивания рыб, а также добавляют в корм птицы. Килька является основой питания крупных каспийских сельдей – астраханского залома, осетра и белуги. Появился мнемиопсис, и в Каспийском море исчезла килька. Особенно для Ирана это важно, потому что вот этот мнемиопсис стал развиваться на юге Ирана, потому что, то есть на юге Каспия, у иранских берегов, потому что там самая теплая вода. А у Ирана килька – это основа основ. Иранцы, не любя всех посторонних, организовали международные институты, куда приглашают и украинцев, и русских, и немцев, и все. Бог с ним, но надо с этим мнемиопсисом что-то делать. Каспийское море обладает принципиально иным солевым составом, чем Черное море. Мнемиопсис, вселившийся в Каспий, отличается от черноморского. Он более рыхлый, менее устойчив к механическим воздействиям. По размерам он вдвое меньше своего собрата, живущего в Черном море. Все это позволяет сделать вывод, что среда Каспийского моря для него некомфортная. И тем не менее, мнемиопсис сумел в ней акклиматизироваться. Гребенник бероя оказался более чувствительным к условиям среды. Эксперименты по акклиматизации бероя в Каспийской воде ведутся и уже не первый год. Удалось добиться не только выживания взрослых особей, но и размножения, и даже роста бероя в Каспийской воде. Каспийское море принадлежит целому ряду стран. Поэтому вселение бероя должно происходить с согласия всех государств, владеющих Каспием. И вопрос спасения каспийской рыбы должен решаться не только учеными, но и в первую очередь на государственном уровне. Потому что необходимо создание международной программы действий, а также международных институтов, которые могли бы регулировать совместные усилия, направленные на спасение обитателей Каспийского моря. К сожалению, пока ничего этого нет. Колорадский жук, австралийский кролик, рапана, наконец уже упомянутый мнемиопсис. Все это вселенцы, агрессоры, которые случайно, по случайности природы или по недосмотру человека, попав в чуждую для себя среду, размножаются там, живут какое-то время, иногда сами вымирают, но иногда опустошают всю среду своего обитания, как это произошло с мнемиопсисом. И тогда остается надеяться только на милость природы, чтобы они исчезли. Но хотелось бы, чтобы надеялись в будущем в борьбе с ними не на милости природы, а на свои достижения и достижения науки. В середине сентября, задержавшись на 2 недели, в российские воды Черного моря пришел гребневик бероя.
каждый год его появления – это долгожданное, но ничем не гарантированное событие. И что будет в следующем году, не знает никто.